Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это телефон LG Q60, и сейчас я покажу вам, как на этом телефоне добавить аккаунт Google и как его удалить. Итак, вначале нужно разблокировать телефон и перейти в приложение настройки. После чего нажимаем общее, нажимаем аккаунты и нажимаем добавить аккаунт. Да? Таким образом вы можете добавить аккаунт. Допустим, как удалить аккаунт. То же самое, заходите сюда же, общее, аккаунты, и нажимаете на тот аккаунт, который хотите удалить. Нажимаете удалить аккаунт, убрать. Все. Добавляется таким же образом. Давайте еще раз покажу, чтобы все увидели. Настройки, общее, аккаунты, добавить аккаунт. Выбираем Google и смотрим. Внимание, если у вас не появилось такого окошка, значит, скорее всего, вы просто не подключены к интернету. Не время паники, просто подключитесь к интернету, и все должно получиться. Так, теперь вписывайте адрес своей электронной почты Google, не моей, не то, что я вписываю, а своей. А затем нужно будет вписать пароль, который я вам не покажу. Вот. Вот так вот выглядит следующее окошко после того, как вы вписали и пароль, нажали далее. Теперь нужно нажать «Принимаю». После этого нажать «Принять». И все, аккаунт Google добавлен. Вот, в принципе, и все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Если оно было полезным для вас, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И до скорых встреч!